Любовь к ближнему, любовь к себе, любовь к языку и традициям. Любовь как движущая сила искусства объединила все площадки Волгофеста, лектории, арт-пространство для мастер-классов, выступлений и даже боевых искусств. Площадка Самарской Федерации УШУ сосредоточилась на культуре Китая и представила программу «Волга» и «Янцзы» – две великие реки. Волга – это водная артерия нашей страны России. И мы решили познакомить жителей Самарской области с культурой Востока, непосредственно с китайской культурой, и поэтому взяли название и еще и «Янцзы» – это водная артерия всего Китая. На протяжении всего фестиваля «Волгофест» мы проводим различные мастер-классы на тематику, например, как китайский язык, каллиграфия. Сегодня, например, было искусство чайной церемонии. Для любителей интеллектуальных состязаний мастер-классы по обучению игры Го. Это одна из старейших логических игр, зародившаяся в Китае. По разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. Освоить ее могут как взрослые, так и дети. Это на самом деле очень круто развивает на ранней стадии мелкую моторику у детей, когда они играют вот с камнями, выставляют их на доску. На более поздней стадии, после 8 лет, это обучает математике. Здесь надо считать территорию, здесь используется таблица умножения на практике. И, в принципе, на Востоке игра Го изначально использовалась как инструмент обучения. Она входит в канон 4 добродетелей мудрого человека, благородного человека, вместе с каллиграфией, искусством игры на музыкальном инструменте, стихосложение и игра в Го. Одной из популярных локаций стала площадка Дома дружбы народов. Здесь можно примерить головной убор народности, которые населяют Самарскую область. Ну и, конечно, сделать памятные селфи. Самарская область – регион, где веками складывались любовь и дружба между разными народами. Поэтому гости фестиваля узнали, как признаться в чувствах на разных языках друг к другу и в любви к своей культуре. Мы делаем вот такие вот замечательные современные национальные головные уборы. А для самых маленьких ребят у нас роспись матрешек в национальных костюмах. Ребята постарше могут заняться росписью по дереву национальных узоров. Также мы изготавливаем амулеты любви. Традиционно Волгофест подготовил интерактивные площадки и креативные фотозоны. Классно, мне нравится все. Очень круто, здесь очень много чего можно поделать. Очень много крутых программ, и концерты крутые, исполнители тоже классные. Да, тоже классно, крутые. Графика, живопись, скульптура и фотография от 20 наиболее интересных и перспективных художников Самары до 35 лет. У гостей фестиваля была возможность стать обладателем произведения современного искусства, не отходя от пляжа. Тематика Волгофеста – любовь и атмосфера любви. Люди добрые, улыбаются, настроение у всех отличное. Очень приятно здесь находиться. Интересный зон тематический. Мы только недавно зашли, но уже побывали в гостях у Третьяковской галереи, посмотрели картины. Очень интересно. Сегодня здесь, по-моему, вся Самара, потому что первый день хорошая погода. И очень классно, спасибо организаторам, побольше бы таких мероприятий, потому что здесь нравится и детям, и взрослым. Можно и покушать, и погулять, и развлечься, и послушать какие-то интересные лекции. Еще одна популярная площадка – лесной театр, где можно было оценить выступления современных музыкантов и потанцевать на берегу в лучах заходящего солнца. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.